Здравствуйте. Сегодня я вам покажу, как зайти в BIOS ноутбука Packard Bell и выбрать устройство, с которого мы будем грузиться. Это флешка, либо CD-ROM для установки Windows. Включаем ноутбук, жмем клавишу F2. После заставки Packard Bell попадаем в сам BIOS. На первой странице у нас краткая информация о системе, какой процессор, какой жесткий диск. Модель это у нас, вот здесь указана модель TE69CX. Теперь нам надо зайти во вкладку Boot. В этой вкладке мы видим очередность загрузки. Допустим, нам надо установить Windows с флешки. Чтобы нам поднять флешку с позиции 5 в позицию 1, нам надо воспользоваться, вот подсказка снизу написано F5, F6, то есть я жму F5, опускается вниз, жму 6, F6, поднимаюсь вверх. Все, я установил USB HDD свою флешку первой в списке. Теперь нам надо выйти и сохраниться. Для этого жмем клавишу вправо и здесь жмем Enter и второй раз подтверждаем наш выбор. После этого у нас загрузка должна начаться с нашей флешки. Все, загрузка пошла с флешки. Спасибо за внимание.